Клэр, привет. Нас ждет финал, Ви, наша большая гонка. Есть такое. Ты скоро? Я уже на месте. Да, скоро. Такое дело. Мы поедем по автостраде, так что надо взять машину побыстрее. Хочешь поехать на своей тачке или на моем звере? Я бы лучше на звере. Ты что скажешь? Что ты не пожалеешь. Встречаемся на старте? Так точно. Жди меня там. Никаких угрызений совести? Ни малейших. Думаешь, живым уйдешь, скотина? Клэр! Это твой новый пилот? На твоем месте я собрал бы игрушки и бежал бы бегом. У Клэр партнеры долго не живут. Ах, ты ублюдок! Правда в том, что Дин был херовым мужем и херовым пилотом. Он был о себе слишком высокого мнения. За это и поплатился. А ты? Смирись. Его убил не я. Гоннор его убил. Какое же ты говно, Сэмпсон. Клэр, хватит! Ты охренела? У нас гонка на носу! Тебе хана! Отъебись! Идем, Клэр. Лучше на трассе пар выпустишь. Не волнуйся, мой сладкий. У меня к тебе будет просьба. Я тебе потом сделаю массаж, как ты любишь. Сядь ему на хвост и держись за ним. Отметим. Мы устроим тебе рай, если выиграешь, зайчик. Никаких если. Что ты в первый же поворот въебался, урод? Будешь водить потом за... Сегодня выиграют Клэр с Ви. Ну все, ребята, по машинам! Пришло время корежить металлы и разбивать головы! Все готовы? 3, 2, 1! Впереди крутой поворот! Держись! Садись ему на хвост! Thank you.
Это единственный шанс! Надо синхронизироваться! Давай-ка подрежем ему крылья. Садись ему на хвост! Сэмпсон. Клэр, не трогай меня! Я ничего не сделал! Ничего? Жалкий ты червяк! Эй, прошу тебя! Останови ее! Клэр, я тебя умоляю! Господи, Клэр, чего ты докопалась? Я не убивал твоего мужа! Пасть заткни! Да он сам себя убил, дура! Отпусти меня, я ни при чем! Ты мне зубы не заговаривай! Теперь ты умрешь, козли. Ты что, нет? Ты думаешь, твой муж был невинная жертва? Да сейчас! Спасибо, я доберусь. А ты как вообще? В смысле? В чем твой вопрос? Я имею... Клэр, не трогай меня! Я ничего не сделал! Ничего? Жалкий ты червяк! Эй, прошу тебя! Останови ее! Клэр, я тебя умоляю! Господи, Клэр, чего ты докопалась? Я не убивал твоего мужа! Пасть заткни! Да он сам себя убил, дура! Отпусти меня, я ни при чем! Ты мне зубы не заговаривай! Теперь ты умрешь, козлина. Ты что, нет? Ты думаешь, твой муж был невинная жертва? Да сейчас! Короче, погнали уже скорее. Конец истории. Наверное, да. Каким он был, твой муж? Расскажи. Спать любил до обеда. Я понемногу его забываю. Боюсь, что скоро совсем забуду. Главное останется. Ты будешь помнить, как была счастлива. Да. Ты как сама-то? Нормально. А что? Ну, вид пришибленный. Да нет. По правде сказать, я ничего не чувствую. Ничего, Клэр. Все еще наладится. Что все? Жизнь. Ты пойдешь дальше. Будешь смотреть вперед. Идти я хочу к винному шкафу, смотреть на дно стакана. Не хочешь еще раз попробовать? В смысле, в гонках? Со мной? Не хочу. Мне больше нечего делать на трассе. Вот как? Вот так. Гонки были нашим общим делом, для меня и Дина. С тобой я хотела просто достать Сэмпсона.
Зверь твой. Ты отдаешь мне свою машину? Она не моя. Она была наша с Дином, общая. И поскольку нас больше нет... Удачи тебе, Ви. И будь все-таки аккуратнее на поворотах, а то впишешься в столб. Transportov. Jasno.
виделись, подруга. Ну что, рассказывай, как ты. Привет, ты. Для тебя есть халтура. Надо вытащить со свалки одну штуку, пока какие-нибудь придурки не разнесли ее на куски. Подробности я отправила в письме. Крылья и багажник нахрен проржавели, но в целом кузов вроде держится. А как дела под капотом? А, движок теплый. Только недавно заглушили. Новая катушка зажигания, свечи, распредвал кто-то подлечил. Так, а это что? Кто-то почистил вентилятор и залил новую тормозуху. Только вот... разбавленную. Ха, масло сменили, но оно старое. Слили с другой развалюхи. Ну ладно, все ясно. Эй, алло, убери руки от моей тачки! Да чего? Да это моя тачка! И что же ты бросил ее ржаветь? Потому что она сломалась, и я... И ты ее кинул, а теперь вдруг про нее вспомнил и пришел. Зашибись, история. Знаешь что? Я столько сил и труда в нее вложила, лишь бы это корыто завелось. Ну, что сказать? Отличная работа. А я-то уж думал, что тачка все с концами. Видать, она была тебе не так нужна, как мне. Мне вот тачка нужна позарез, чтобы уехать из города насовсем. А что случилось? Почему ты хочешь уехать? Раз ты спрашиваешь, значит, никогда не поймешь. А ты попробуй, расскажи. Да что рассказать-то? По сторонам посмотри! Грязь, гниль и говно! Я больше не хочу здесь жить! Не могу! Цепь привода только ржавая. И что? Лучше замени, а то поддашь газу и хана. Быстрее тридцатки сейчас лучше не разгоняться. Погоди, так что, я могу ее забрать? Да, можешь ее забрать. Мне она все равно без надобности. В городе от нее толку мало. Доброй тебе дороги, умничка. Господи, спасибо. Не знаю, что и сказать. Ну и ну, кочевник решил осесть. Бывает же. Трудно строить планы, когда у тебя в голове тикает бомба с часовым механизмом. Если тебя это утешит... Бомба с часовым механизмом тоже не в восторге. Да я знаю, Джонни. Не обижайся. Ладно, погнали отсюда. У меня тут прямо мурашки. Может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Yeah.
Есть задание. У моего клиента сперли до хрена бета-кислоты. Не спрашивай, что такое бета-кислота, я в душе не ебу. Но стоит она как самолет, и наш клиент хочет ее вернуть. Собственно, ты ему в этом и поможешь. Вся инфа прилагается. Кажется, я первый. Ладно, подожду. Билл Яблонский? Я. А когда тебе все объяснила? Да, но в подробности особо не вдавалась. Мы с тобой должны сделать так, чтобы ёбаный Джошуа Стивенсон получил по заслугам. Мы с тобой должны сделать так, чтобы ёбаный Джошуа Стивенсон получил по заслугам. Остальное расскажу в машине. Садись за руль. Его будут вести по этой улице. Подождем, пока они появятся, и поедем за ними. Хочу увидеть, как этот ублюдок наконец отбросит копыта. О, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью. Что тебе сделал этот парень? Это уже не твое дело. Я хочу понять, во что ввязываюсь. Стивенсон убил мою жену. Его поймали, посадили, дали вышку. Но этот гондон нашел способ вернуться на свободу. Но от меня он далеко не уйдет. Постой, так Стивенсон будет не один? Меня об этом не предупреждали. Остальных убивать не нужно, только его. Кто с ним будет? Какое у них оружие? Это обычные люди. Они не помешают, если мы покажем, что настроены серьезно. А кто для тебя обычные люди? Корпораты, которые его вытащили. Они мать родную продадут, лишь бы спасти свою шкуру. Просто не стреляй в них. План какой-то сырой. Мне он не нравится. В смысле? Поясни. Во-первых, для такого дела нам публика ни к чему. Во-вторых, они могут уйти. Ты не понимаешь. Я все деньги на это отдал. Вон они! Газуй! Пусти его! Черт! Мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Васкес, полиция! Остановитесь!
Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять. Сострелишь парня, сделки не будет. Васкис, стреляй! Ага. Давайте все друг друга перебьем. Да что ты говоришь? Твою мать, и что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов. Ты что, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай сюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой. Что? Серьезно? Ольга, хочешь взять меня с собой? Ты мне нужен. Ты совсем башней поехал? Еще одно слово, и я звоню в студию. Грегор, не заставляй меня рушить твою карьеру. У меня неудачная попытка покушения. Никто. Один труп. Я обещаю, никто тебя и пальцем не посмеет трогать. Привлекался, но вы проверьте на всех. Скажем, я нанимаю тебя. Спасибо, выручил. Только без патрульных машин и без радио. Надо заметить. Ты серьезно, что ли? Как тебя зовут? Это просто какой-то пиздец. Ну, Ви. Я же просил, брось оружие. Я Джош Стивенсон. Надо было послушать. И ничего бы не было. А как звали твоего... Уезжаем. Ребята из участка товарища. Дальше разберутся. Билл Яблонский. Припоминаешь? Да, к сожалению. Научи нас так счислять дни наши, чтобы обрести сердце мудрое. Стоп, ты Ви? Я про тебя слышал. А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять, это исключено! Он слишком опасен. Я хочу предложить ему работу. Господи Иисусе! Аллилуйя! Началось хоть что-то интересное. Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись. Может, скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами. Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень. Хорошо, но тебя никто не спрашивает. Слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Ладно, допустим. Едем. Живее, мы опаздываем. Скажи, было в твоей жизни что-то такое, что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? Можно и так сказать, да. Тогда ты должен понять, чего я пытаюсь добиться. 20 лет назад меня посадили за вооруженное нападение. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые совершил. За что ты убил их? У меня был ствол. Они косо на меня смотрели. Я мог сделать так, чтобы они перестали. Я до сих пор вижу их лица перед тем, как... Время застыло. Боже, дай мне сил их не забыть. Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь. Просто хочу объяснить, что я собираюсь делать. Скажи, наконец... Чего ты от меня хочешь? Останься до конца дня, и я заплачу, сколько тебе обещали за мое убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Я все еще не понимаю, что мне надо делать. Просто быть рядом и разговаривать со мной. Это все. Почему? Тебе одиноко? Да, одиноко. Ты правда мне нужен. Если что, мой контракт все еще в силе. Кто помешает мне его выполнить? Я. Если рыпнешься, ты труп. Не надо сердить Васкиса. Твой фиксер получит все, что должен. Я об этом позабочусь. Интересно, как? Поверь мне. Все будут довольны. Обещаю.
Только до конца этого дня? До конца этого дня. Если что-то пойдет не так, я уйду. Тебя не будут удерживать. Скоро будем у Глории Ляхмар. Подожди, мне надо приготовиться. Васкис, последи там за ними. Я лучше посижу в машине. Постарайся быстро. У нас плотный график. Я нашел по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви, это Зулейха. Ви, очень приятно. А, вы друг Джошуа? Скорее, новый знакомый. Мама еще не вернулась. Можем поговорить, пока ждем. Заходите. Вперед! Я подожду снаружи. Похоже, не всем тут нравится ждать у моря погоды. Уебывай! Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь. Пить хотите? Спасибо, ничего не надо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Зулейха – сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями, благодаря прощению. То есть вы взяли и простили все грехи убийцы своего брата? Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Милосердие Бога не знает границ. Не должна знать их и наша любовь к ближним. По-моему, это какой-то бред. Вот вы считаете своего Бога милосердным. А куда он смотрел, когда убивали вашего брата? Я долго оплакивала Рубена. Мне его очень не хватало. Но потом я поняла, что это все часть Божьего промысла. Я искренне жалею, что убил Рубена. Но если бы не он, я бы никогда не нашел пути к Богу. Я же говорю, бред. Получается, ты не веришь в Создателя? Ну, конечно, верю. Мы с Зулейхой недавно поспорили, и я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет! Вообще-то я на это не соглашалась! Я слушаю. Джошуа, он считает, что он мессия и хочет покончить с собой. Подожди, неправда. Я никогда не говорил, что я мессия.
Самоубийство! Разве Бог может требовать этого? Это не самоубийство. Зулейха, я не очень понимаю, о чем вы. Когда Джошуа попал за решетку, газеты написали об этом на 5-й странице. А когда стало известно, что он уверовал, о нем начали говорить везде. Что же плохого в том, что я нашел способ рассказать людям о Боге и своей вере? Скажи! Плохого? Ты же пошел дальше, Джошуа. Он согласился вместо казни принять смерть на кресте, чтобы студия могла сделать из его агонии брейн-данс. Вот это настоящее безумие. Нет, это намного хуже безумия. Это богохульство. Зулейха наставила меня на путь истины. Настало время вернуть долг. Я хочу доказать, что любовь существует. Таким образом, чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле. Любовь? Если есть безусловная любовь, значит, есть и Бог. И миру пришла пора, наконец, вспомнить о нем. Подумай о миллионах людей, подключенных к телевизионным кормушкам. О детях, которые живут среди банд. Разве они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит, обколовшиеся корпораты в офисах, бандиты на улицах. Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого. И даже до наемных убийц. Таких, как ты, Ви. Знаешь ли ты, что такое любовь? Ответь. Мама вернулась. Джошуа Стивенсон, снова ты. А это кто? Меня зовут Ви. Уходите. Вас сюда не звали. Миссис Эль-Ахмар, я приехал просить у вас прощения. Ты убил моего сына. Я никогда тебе этого не прощу. Я искренне жалею, что причинил вам боль. Вон из моего дома! Быстро! Да уйди же ты! Убирайтесь сейчас же! Нам лучше уйти, серьезно. Миссис Эль-Ахмар, пожалуйста! Убийца! Ничего, просто уходите. Ты забрал у меня Рубена. Мое дитя. Моего сына. Давай вернемся в машину. Иди уже. Мой Рубен. Просто хотел поговорить с Глорией, объяснить ей все. Мне казалось, она найдет в себе силы меня простить. Надо где-нибудь перекусить. Ее можно понять. Я бы тоже не простил убийцу своего сына. Стивенсон, мы все знали, чем это кончится. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Вы правда хотите снять вирт твоего распятия? Да, правда. Это наброс говна на вентилятор. Недовольные будут всегда. Я должен это сделать. Если это не потрясет мир до самых основ, то он уже никогда не проснется от кошмара.
Возьми Стивенсона и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашим попутчиком. Погоди секунду, нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейн-данса? Он явно с головой не дружит. Ему нужен психиатр. Вот и я тоже так думаю. Но уже слишком поздно. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсоне то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. То есть идеальный актер брейн-данса. Угу, он просто не способен завалить спектакль. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться, а я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал, а ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай, пошли. Неплохо для средненького наемника. Корпоратские крысы. Думают, что все могут купить за Эдди. Оказывается, не все. Только не прессуй ее слишком, а то еще укусит. Я навидался таких, как ты. Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Если вдруг захочешь свалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкис. Какой Васкис упертый мужик. Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Васкис. Он же коп до мозга костей. Да он родился с полицейским значком. У тебя на него серьезный компромат. Больше половины акций студии у корпорации. В отличие от тебя, у Васкиса хватает ума, чтобы не наживать себе влиятельных врагов. Предлагаю поговорить о чем-нибудь, кроме религии. Джош, твой вечер. Выбирай тему. Я много лет ни с кем не говорил. Ну и что? Сейчас придумай. Что ты обычно делаешь? Знаю. Читаю Библию, смотрю фильмы и брейн-танцы. Слышал про ремейк «Набега на пустоши»? Да, оригинал даже рядом не стоял. Мое мнение. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Ебись, а. Мы с Джошем важные вещи обсуждаем. Чего? Что ты несешь? Ты хоть понимаешь масштабы? Он завтра снимается в брейне своей жизни. Человеку надо собраться, настроиться на работу и отыграть свою роль на отлично. Как ты понимаешь, второго дубля не будет. Джош. Я бы хотел отдохнуть. Очень хорошо. Твоя работа закончена, можешь идти. Деньги свои ты получишь, не беспокойся. Пока. Класс, да ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да что тут думать? Парень ёбнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. Да, как-то так. Мне его даже не жалко.
Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать, но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных. А люди мечтать о несбыточном. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже. Он, по-твоему, псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Как думаешь, Бог есть? Блять, что за вопрос? Ты серьезно? Конечно. Это же важно. Что именно? Я понимаю, не каждый день восстаешь из мертвых. Неужели это сподвигло тебя задуматься о спасении моей души? Вообще-то это странно. То есть ты не думаешь про свою оцифрованную личность, про последствия? Ты же мертв, да? Или жив, пока не сотрут твою последнюю цифровую копию? Хочешь знать, попаду ли я на цифровые небеса? Или уж цифровой ад? Ну, в общем, да. Если есть жизнь после смерти, значит, Сильверхенд уже на том свете, и я разговариваю с его голографическим призраком. Представь себе, я об этом не думаю. Мне абсолютно насрать. Я тот, кто я есть. Нет ада, нет рая. Есть просто цифровая копия сознания. Сюрприз. Странный был день, да? Да, жаль. Немного жаль возвращаться к реальности. Пошли, пора что-нибудь разъебать. Вы в числе Канкао, Арасака, Муртехнологис и Дайнала. Поясни. Совокупный доход этих компаний – это десятки триллионов евро-долларов.